Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Алексей Крыловецкий, вы на канале компании Купи-салон. Сегодня очередной комплексный проект по дооснащению, перетяжке и, можно сказать, доработке автомобиля. Дело в том, что большинство автомобилей, выходя с конвейера и будучи наполненными определенным функционалом, опциями, зачастую не являются полностью готовыми для того, чтобы сразу выехать на дороге и соответствовать ожиданиям и, скорее, такому привычному способу использования со стороны своего владельца. Также и этот Альфард должен был быть подвергнут дополнительным изменениям для того, чтобы стать таким естественным, привычным дополнением владельца этого автомобиля. И в качестве первоочередных задач, с которыми мы столкнулись, оказались полная шумоизоляция салона этого автомобиля, перетяжка потолка алькантарой, и даже несмотря на то, что потолок был светлый, бежевый, мы перекрасили штатный потолочный пластик практически весь, перешили сам потолок, стойки, ручки, козырьки, добавили кожаные накладки на потолочные ручки, и таким образом сделали салон и сам потолок гораздо более уютным. Светлая алькантара все-таки гораздо привлекательнее, да и практичнее, чем штатный потолок из ткани, который на такой большой поверхности выглядит, откровенно говоря, не очень. Подушечки из алькантары на подголовнике, куда ж без них. Это вообще атрибут очень такого уютного, комфортного, удобного салона, в котором можно провести многие часы и передвигаться на дальнее расстояние, совершенно не напрягая шею, верхнюю часть спины. А подушечки является, в общем-то, копией оригинальных майбаховских подушек. Конечно, этого всего недостаточно, чтобы машина стала более удобной. У Альфарда есть некоторый недостаток, касающийся поездки на сиденьях второго ряда. Сами сиденья по себе суперфункциональные, очень удобные и выглядят такими массивными, уютными. Приглашают, можно сказать, присесть. Однако есть нюанс. Если вы уже имели опыт поездок в этом автомобиле, то наверняка сталкивались с тем, что во время торможения вы просто начинаете соскальзывать с этого кресла. Кожа достаточно такая скользкая, я бы сказал, и угол наклона сидушки второго ряда, к сожалению, таков, что сидеть на ней не так уж удобно. То есть вы глубоко не можете туда погрузиться. А лифт передней части сиденья почему-то в таких нафуфыренных, навороченных сиденьях отсутствует, несмотря на то, что они обладают действительно богатым функционалом. Мы доработали анатомию, приподняли переднюю часть, и теперь там ездить гораздо удобнее. Но на этом не все. Дополнительная функция пневматической поясничной опоры и восьмиточного пневматического массажа появились в передних сиденьях, а также в сиденьях второго ряда. Особенность автомобиля в том, что даже пассажир, который сидит рядом с водителем, имеет не просто подколенную опору, а полноценную атаманку, то есть комфорта достойный не только пассажира второго ряда, но и передний правый пассажир также. Вот чего не хватало, так это функции подогрева в атаманках, и мы доработали штатный подогрев, добавив эту незаменимую функцию в атаманке сидений второго ряда и, конечно же, в атаманку переднего пассажирского кресла. Верхняя часть торпеды, верхняя часть дверей, баранка руля и даже подушка руля также подверглись перетяжке. И если изначально с завода здесь предлагалась фактурная искусственная кожа, это винил, это кожзам, клеенка, как многие у нас говорят, то, будучи перешитой натуральной австрийской кожей Nappa, очень высокого качества, черного цвета, со светлой ниткой, которая здорово сочетается с сиденьями, с потолком, теперь это все стало смотреться очень даже уютно. У нас был уже проект по перетяжке автомобиля Альфард, но там салон изначально был черный, мы его тоже перешивали в светлый цвет и перекрашивали потолочный пластик, в том числе и плафоны. Но позже, когда мы изучили, как выглядит штатный плафон в светлом автомобиле, то поняли, что некоторые детали там остались черными. И мы решили в этом проекте повторить максимально оригинальные цвета, несмотря на то, что на потолке невероятное количество деталей были подвергнуты перетяжке. Разбор самого потолка в таком автомобиле совсем непростая задача. Часть деталей оставили черными для того, чтобы все выглядело максимально аутентично. Весь проект выполнили за 1,5 недели, и думаю, что в будущем готовы справляться с этими задачами еще быстрее. Если вдруг вы хотите сделать что-нибудь
интересное со своим автомобилем Toyota Alphard. Надеюсь, теперь знаете, куда обращаться. Ну и, конечно же, я призываю вас лайкнуть это видео, если вам понравилась проведенная работа. Не забывайте подписываться на наш канал, кликать на колокольчик, чтобы следить за выходом новых серий. И, конечно же, следите за нами в аккаунтах социальных сетей Instagram, ВКонтакте, Facebook, Drive2 и в ТикТоке. Ссылки в описании к ролику. Там свой особый контент с интересным наполнением. Он не повторяется и не пересекается с Ютубом, поэтому вам тоже может быть интересно, если вы поклонник автомобилей и стараетесь их дооснащать, перешивать или, может быть, наполнять другими функциями, то вам может быть интересно посмотреть, как это происходит в нашей компании. Надеюсь, что вы не зря потратили время. Оставайтесь с нами, будьте нашими постоянными зрителями. Я с вами прощаюсь, желаю всем удачи, будьте здоровы. Пока!